Это был 68-й год, и снимок вызвал бурю протеста в Америке. Я часто спрашивал людей, а если бы вы оказались на месте этого человека, генерала, после того, как поймали парня, который убил ваших солдат на этой войне? Я считаю, что на снимке погибли два человека. Не только тот, кого убил генерал, но и он сам. Эта фотография разрушила его жизнь. Думаю, тот факт, что карикатуры иногда так сильно злят диктаторов и фанатиков, что они готовы убивать, напоминает нам, какая сила заложена в них, если целиться в правильном направлении. Эти парни построили Нью-Йорк-Сити до того, как мы тут появились. Моя мать верила, что один из людей на балке — ее отец. Когда смотришь на эту фотографию, то думаешь об удивительной сути человеческого духа. Эти люди превратились в кинозвезд Нью-Йорка. Их подвиг вызывал благоговение. Неужели вы хотите сфотографировать меня, когда я такая грязная? Я хотел бы сделать фотографии сборщиков мусора и продать их. А все вырученные деньги отдать вам. Картины из мусора. Стартовая цена 10 тысяч фунтов. Не плачь, Ирма. Сейчас надо радоваться. Спецпроект «Сила образа» на 24 док.